Как-то когда интернет стал, там, не знаю, ну больше, наверное, 5 мегабит. Я вообще перестал думать о скорости. То есть, ну, скорость вообще стала не важна. То есть, меня больше качество волнует, соединение. Потому что оно может выдавать-то тебе там, да, что ты нажмешь скачивать там с каких-нибудь ваших сраных торрентов, и там оно у тебя будет, да, 100 мегабит в секунду. А потом включишь какой-нибудь стрим, а у тебя пфф, и одни дропы пошли. Скачивайте игру, потом на эмуляторе запускаете. Ну. Ну, да. Так. Пойду-ка я мануальчик все-таки посмотрю на вот эту тему. А то что-то совсем мне непонятно, что здесь за что отвечает. Skill is perhaps the most important attribute. It's form of overall rating which affects all attributes and determines when power-ups and special abilities will become available. Ага, ну хорошо, давайте прокачаем в первую очередь тогда скилл. Так, еще раз можно? Максимум, окей. Дальше, стамина. Character life force. When this runs out, he's dead. Логично. Speed is how fast. Wisdom only applies to computer controlled character as it determines their ability to play. То есть мне ее качать не надо, ее нужно качать только напарнику. Окей, я понял. И все? Ну, не знаю, Дарк Немо. Я вообще не вижу особого смысла в 1080p смотреть на Ютубе. Вот смотрите, если... Здорово, Никулин. Если я сейчас... Здорово, диджей Торикс. Если сейчас я куплю скорость, она увеличится или нет? Я вот не очень понимаю. То есть, жизнь, понятно, здесь все с жизнью, да? Вот я ее покупаю, и вот зелененькая, желтенькую полоску заполняет. А если я куплю скорость? Сколько весит игра? Вот это? Сейчас скажу. Эта игра весит целых 2,5 мегабайта. Целых 2,5. Ну, эпоха хабов, слава богу, что прошла, Альфмастер. Хотя, на самом деле, вот эпоха хабов и вот этих DC++ этих клиентов. Ну, это хорошо, что она закончилась, да, но кое-чего, конечно, не хватает. Потому что такое порно, которое там можно было найти, в интернете так просто не найдешь. Да, не найдешь, не найдешь. Эх, ну ладно. Короче, что-то не шарите вы, да, я смотрю. Ну ладно, куплю.
Посмотрим. А, максимум. Окей, все. Ага, и вот теперь можно скилл будет подкачать в следующий раз, да? Ну ладно, тогда хп сейчас докачаю. Синий сколько можно максимум в будущем, желтый сколько можно сейчас, зеленый сколько есть. Ясно. Спасибо внезапно. Сторы за вчера так не несли конечно добра. В смысле Корбин Даллас. У меня донат с Киви туда не вносится, если что. Так. Туда только донат с PayPal. Ах ты сволочь. Киви в России запретят? Ничего, что киви как бы это российская, нет, тема-то. Как ее могут запретить в России? Ты чё, аутист? Или я что-то не знаю? Здорово, бабушка Баркла. Нормас альфмастер отжал диски. Стыдно должно быть вообще-то так-то. Ну, не знаю, я так-то киви почти не пользуюсь на самом деле. Киви это у меня как бы совсем такой на черный день там лежат деньги. Прям если совсем все плохо, то можно вывести там чуть-чуть. А так я в основном там плачу за что-нибудь там, за интернет через киви плачу, там еще что-то такое. Блин, как же бесит, что за мной проходы закрывают. Прям вот, ну нереально просто бесит. Что не вернуться обратно. Здорово, Джимбокс. Как дела? Лучше всех. Едрить там слева что валяется? Если проход не закрывали, могу заблудиться? Серьезно? Серьезно? Ты считаешь это нормальным объяснением? Мда. Сейчас бы заблудиться. В платформе, в смысле, не в платформе, а в игре. С видом сверху, скажем так.
Да, вот зельевые проходы бы позакрывали, да. Вот это вот действительно хорошо было бы. Блин. Чего? Так. Да ну ядрить, ну блядь, серьезно! Ну вот серьезно! Я ненавижу такую срань, ненавижу, когда ты идешь, идет развилка! Ты думаешь, блин, куда бы мне пойти, да? Где вот секретка, а где дальше проход? Санина, блин, конская. Аутизм. Да ёб твою мать! Прикрыл по-братски. Ну, что половину хп просрал. Ну, там уже снизу все, конечно, закрыто. Две одинаковых игры на разных платформах. На разных платформах проходишь. Качественную гравировку нет. Ты аутист, что ли? Что значит картридж? Левит, забань его, а? Ну, че он такой? Я не могу просто. У меня что-то прям вообще... Картридж на игровку заказывал.